Адлерский многофункциональный центр был открыт в мае 2015 года. И тот опыт, который уже был наработан в районах МФЦ города, был сразу же опробован здесь. Так что победа Адлера – это победа всех специалистов МФЦ города. Наработки 4-5 лет, аналогов которым нет в России, позволили организовать четкую и слаженную работу. Это в первую очередь позволило своевременно привести административные регламенты, упростить процедуру подачи документов, обратить внимание на качество работы специалистов, посмотреть вопросы уважительного подхода к клиенту, ну и ряд других вопросов, поскольку радует то, что победа в конкурсе – это не просто победа технологического совершенства МФЦ Адлерского района, а это победа по ряду критериев, которым прежде всего оценивалась работа самих специалистов. Принять участие в конкурсе – такую задачу поставил губернатор Кубани. Сначала Адлерский МФЦ стал лауреатом краевого конкурса, а осенью прошлого года была подана заявка на участие во всероссийском этапе. Это наша заявочная книга, которую мы подавали на всероссийский конкурс лучшего МФЦ Российской Федерации. Как специально отметили в протоколе, что это была один из лучших форматов подачи заявки на участие в конкурсе. Мы старались преподнести себя красиво, при этом подтвердив хорошее качество работы теми показателями, которые в этой заявке были изложены. Самое молодое структурное подразделение ориентируется в работе на качество, доступность и оперативность. Созданы все условия для маломобильных групп граждан, расширяется спектр услуг. Теперь можно получить документы, например, не только на землю, но даже и поставить ребенка на очередь в детский сад. Существует услуга мобильной МФЦ, это выезд специалистов для предоставления государственных и муниципальных услуг в сельских районах Сочи. Вся команда Адлерского центра «Мои документы» занимается профессиональной подготовкой и переподготовкой. Руководство МФЦ постоянно акцентирует внимание на повышение квалификации специалистов, да и сами горожане отмечают достойный уровень обслуживания. Раньше приходилось бегать по всему городу, а сейчас очень удобно, что приходишь и тебе подскажут, например, по одной операции, казалось бы, да, нужно зайти в несколько разных, да, организаций, а теперь приходишь сюда, тебе все помогают, делают. И это занимает намного меньше времени. Став лучшим МФЦ России, Адлерский многофункциональный центр не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди много планов и работы, соответствующей такому высокому званию. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.